Копейске едва не загорелся детский сад. Сотрудницы дошкольного учреждения заявили, что увидели дым, но автоматическая сигнализация не сработала. По словам очевидцев, дым шел из электрощитка. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, установили, что щиток не горел, а помещение не успели заполониться дымом. Но руководство садика приняло решение вывести из здания персонала детей. Всего эвакуировали 245 человек. На месте работало 4 единицы техники, пострадавших нет.